think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем обзорчик игры Stickman Master. И не все так просто, как кажется. Игра реально, не знаю, мне зашла, игра кайфовая. Так, сейчас сделаю. Добавлю немножко звука. Сегодня у нас будет обзор питомца. Решил все-таки питомца. Я сейчас буду его качать. И открыл я наконец-таки арену на уровне 3-6, если я не ошибаюсь. Нет, 3-12, когда проходишь, по-моему, так. Я точно не помню. Открывается арена. В общем, после третьего левела открывается она. Арена по-своему кайфовая, сейчас мы до этого дойдем. Там вы имеете возможность сражаться с противниками. Ну а нас сейчас будет небольшая прокачка. Расскажу вам, есть питомцы в игре. Довольно-таки немного их, но их можно тоже прокачивать, их можно улучшать. И их можно, в принципе, без проблем получить, если вы будете выполнять вот ежедневные награды. Есть, да, есть. Также дополнительно у вас ежедневные квесты, где вы тоже получаете плюхи, получаете гемы. И самое основное, откуда берутся гемы, это достижения. Здесь чем больше у вас достижений, у вас будут повышаться ваши титулы, ранги. Как видите, максимальный типа год 5, максимальное здоровье на 500, количество найденных предметов на 25, увеличите редкость найденных предметов. Ну, то есть тут каждый левел дает прокачку, но сама суть, что здесь очень легко зарабатывать гемы, то есть для без доната, и соответственно потом можно купить героя и повысить его редкость. Возможностей, скажем так, дофигища, разных плюх дофига, в общем, надо просто играть, смотреть, как обычно, рекламу. Вот награда за рекламу, тоже ее надо забирать. Ничего сложного, скажем так, нет. Гемы здесь можно реально получать офигенно. Плюс есть еще копилка, где за минималку можно до 10 тысяч гемов получить, а потом это все потратить на нужные вещи. В общем, что по пэтам. В игре есть... Я себе вчера забрал и начал прокачивать, потому что я был как нубас обычным. Есть вот такие вот питомцы. У каждого питомца есть свои скиллы. Увеличивает, это, по-моему, экспишку, опыт, получаемый на 20. Вы можете его сделать попытку, то есть попробовать поиграть им. Этот увеличивает скорость атаки 5 секунд. Кулдаун 10. Этот, по-моему, дает деф 5 секунд плюс 20%. Этот дает дамаг 5 секунд. На 5 секунд кулдаун 10%. У меня питомец дает... я выбрал себе такого пэта. Почему? Потому что он урон от атак ближнего боя меньше на 20% всегда. То есть стабильно. Это очень удобно для фарма и, в принципе, на PvP локациях, куда мы сейчас пойдем. Он дает дополнительно бонус моему герою. Плюс его можно качать. И, соответственно, улучшать этот бонус. Вот повышение уровня заходим. Так, что у нас тут? Я вот это вчера только увидел. Есть возможность продавать вот эти вот ресурсы, которые вы там добываете, да? Шмотки. И обменивать, то есть прокачивать. Так, нам не хватит сейчас золота. Надо зайти подфармить. Также у меня уже открылся, благодаря випке, авто... бой. Очень, кстати, удобная вещь. Ну, дальше там больше плюх будем рассматривать. Поехали сюда. Сложно. Я вот фармлю сейчас 3.11. Давайте даже буст. Автобой, это вы себе просто
включили, но и он сам себе все делает. То есть вы просто там, грубо говоря, 1.5-2 минуты отдыхаете. Вот у меня сейчас на автобою, он сам себе воюет. Сам по себе, вы потом просто с собой заходите, забираете. Плюшки. Это удобно тем, что не надо сидеть и дротить на каждом бою, потому что реально фармить дофига надо. Я вчера целый вечер фармил, потом только увидел и открыл, забрал копилку мелкую, и с копилки уже там дальше пооткрывал все. По прокачкам героя тут не так все просто, я потом зайду отдельный видос сделаю. Не так просто здесь качать дофигище бонусов, дофигище всего. То есть тут вы сами прокачиваете шмотки героя, прокачиваете его скилл. То есть тут по прокачке просто дофигище разных возможностей, каждый выбирает свой путь. Ну, эта игра пока в бета-тесте. Я надеюсь, там не слишком громко оно орёт, и меня хотя бы слышно. То есть пока все это на стадии разработки, дополняют, но уже некоторые функции доступны. Вот таким вот образом можно отключить авто, нажимаете, и вы уже сами там контролируете скиллы, как вы хотите их использовать. Это все это зафармим дело. И пойдем на арену, покажу вам арену. Тоже прикольная тема, как они все затащили. Получили 105 левел. Так, выходим в карту мира. Питомцами, в принципе, я так вкратце показал, разобрались. То есть можно питомца тоже ролить, его бонусы, точно так же, как и бонусы на шмоте. Так, вот видите, зашли, заходим в достижения, вот у нас уже еще дополнительно насчитано. Так, арена. Самое интересное, на арене есть сезоны, я так понял, что уже они давным-давно идут, видите, игра давно. За каждый сезон, за каждую победу, вот за сегодня, за победу можно забрать вот такие вот плюшки. 10 раундов сезонные награды, они, конечно, покруче, и кто играет дольше, они могут тоже позабирать определенные топовые итемы. Ну и вы можете подняться. Так, сколько у меня там? У меня 1500-1700. Ну вот давайте с этим попробуем. Вот у нас обновились плюхи на арене, сейчас попробуем с вами повоевать. Арена, это вы играете. Смотрите, против лучника попались. Ну, у него эквипмент 28 левел меньше. Но лучники мне очень зашли. Хороший прокачанный лучник моего левела, при условии, что он будет нормально двигаться, прыгать, он просто тупо будет разваливать. Вы к нему хрен подойдете. Ну, все зависит, конечно, от скилла, от того, как он его прокачал, но лук мне очень понравился. Так, что у нас тут есть? Сотый левел, 55 тысяч. Не, ну на него мы нападать не будем, он нас просто тупо разнесет. Попробуем вот этого. То есть фан здесь тоже есть, я думаю, дальше. Так, это мы против молота. Так, блин, как обычно. У меня, кстати, персонаж на уклон, видите, он меня блокирует еще. У него дамага вообще фигня. У меня просто зарунен, я специально подбирал шмот на деп. Ну, у него атаки особо вижу не так уж и много. Его питомец сейчас меня даже добьет. Ну, вы можете убегать. Можно просто стоять, ничего не делать. Нифига себе, жесткий тип. Я
вот таким вот образом набиваете себе очки, и, соответственно, потом в конце сезона вы получите плюхи. Попробуем в этом сезоне, вот забираем ежедневные награды, плюс 2000. Монетки здесь фармятся довольно-таки легко. Ничего, скажем так, сложного в фарме монет нету. Их надо дофигища. В плане прокачек, ну, реально дофига, я там постараюсь. Ого, нифига себе. Вот вам и лучник. Ну, видите, у лучников. Добили мы его. У лучников дамага дофига. Но жизни маловато. Маловато жизни и маловато. В принципе, дамага у них, скорость атаки большая, а вот дамага, если нормальную бронь выставить, то они вам нифига не сделают. В общем, аренка — это один такой из таких, скажем, локаций, которую реально надо фармить каждый день. Так, 1800. Поехали, 29-й лавы. Я просто на арене, как бы, ну, второй день только сижу. Я понимаю, что для арены... А, подождите, у меня еще итемы. У меня шмотки еще не одеты все. Я думаю, что за фигня. Я думаю, такой женок на арене, как я. Видите, блокировки есть. То есть тут по прокачке героя, по скиллам, тут отдельных пару видосов, наверное, надо будет записывать, потому что тут дофига всего. У меня просто шмотки я провтыкал. Я снял для фарма специально. Так. Есть. Сейчас будет получше. Я думаю, что у меня... Не то. Ну, я стараюсь по максимуму брать тех, у кого ранг высокий, чтобы побыстрее подальше забежать. Там пару дней осталось. Хотя бы в топ-1000 попасть в этом сезоне. Видите, он по мне миссает очень много. Но даже если попадает... Можно также на арене посмотреть шмотки. Вот у него тоже пад. У него пад на дамаг дракончик. Посмотреть шмотки вашего противника, то есть в чем он одет, какие эквипы на нем. Заберем плюс 3000. Вот заходите и смотрите, плюс 5, плюс 7, плюс 8, как он зарунен, что есть. Но это, опять же, потом я вам покажу, кому интересно. Тут очень много всего, я сам еще разбираюсь в этом. Так, получили опять достижение, вот плюс 100 гемов. Золото за следующий будет плюс 200. Таким образом копятся они довольно-таки быстро. Так, навык. Сейчас идем пассивный, я докачаю. Все, отлично. Вот. Вот такие вот дела, ребят. Рассказал вам про питомцев. Реально по прокачкам здесь дофига всего. И возможностей в игре тоже дофига. В общем, пишите комменты, кто играет. Я думаю, надеюсь, скоро здесь будут и гильдии, и будет что-то интересное. И будет возможность бегать, фаниться с другими. Игра пока развивается, но игра такая интересная. Не знаю, просто чисто, знаете, даже так на автомате поставил, разведчик отвеется. От той же самой битвы запков и правла вполне даже можно. Даже интересно фармить, потому что здесь по сборкам реально дофига всего. Все, всем удачи, всем пока.